В Рио-де-Жанейро сегодня встречали главу Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл совершил молебен у знаменитой статуи Иисуса Христа, которая возвышается над городом и является его символом. Вместе с предстоятелем потомки русских эмигрантов молились о мире на Ближнем Востоке. В Рио-де-Жанейро патриарх прибыл из бразильской столицы, где сегодня он встречался с президентом страны Дилмой Русеф. Они обсудили проблему духовного состояния современного общества. Ранее глава Русской Церкви посетил единственный в городе православный храм на патриаршее богослужение. Там собрались не только выходцы из России, но и христиане из проживающих в Бразилии сирийской и ливанской диаспоры. На память о своем визите патриарх подарил церкви икону святителя Луки.